Ура! 8 марта! Вот, это наша традиция. Желтые тюльпаны для жены. Обожаю их. Очень обожаю. Этот желтый цвет, весеннее настроение. В общем, всех с праздником. У меня тут уборка, вернее, у мужа. Он мне помогает после пряничного настроения. Здесь все разобрали. Посудомойка моет посуду. Я все вытерла. Теперь Сержунечка помоет пол, а мне еще нужно разобрать вот этот вот стол. И все. Так, сейчас буду на завтрак. Завтрак-обед в 10 часов. Буду делать блинчики. Мальчики уже просят. Что, Сержусь? Сковородку сейчас поставлю, чтобы разогревалось здесь масло. И потом горячее масло буду выливать. Здесь яйца, 3 яйца, молока не знаю сколько. И, ну, чуть меньше литра. Соль, сахар. Сейчас муку буду вводить по чуть-чуть. Что, Сержень? Ты знаешь, что это? Чтоб ты влоги догоняла чуть-чуть. А, чтоб я влоги догоняла? Да надо ж, теперь же буду за компьютером сидеть ночью, а не пряники делать. Влоги догонять. А что, ты соскучился? Конфеты, я так думаю. Не, ну просто знаешь... Черри Роуз. Думаю, что это конфеты. Даша подарила. Где тут русский? И вот шоколадные конфеты с вишней в ликере. Вот желтые тюльпаны, белые тюльпаны. В общем, я обожаю, когда живые цветы. Мне кажется, они вообще наполняют все такой красотой вокруг. Так что живые цветы — это круто. Хотя у себя в палисаднике не очень люблю срезать, но вот если они уже срезаны, то почему бы ими не любоваться? Вот такие вот блинчики начала печь уже и переворачиваю вот этой шпателем для торта. С Алиэкспресс заказывала, очень хорошего качества, не гнется, в общем, прекрасный. О, Степаш, привет, а я тут сама с тобой разговариваю. Так, тарелки еще, да, пап? Да. Так, кому еще надо тарелки? Всех тарелки? Это же колбаса. Угу. А я только проснулась 2 часа. Даже 2:30. С Афонькой мы поспали. Афонька уже давно туда ушел. А я сейчас иду в душ, буду наряжаться, в общем, потому что 8 марта, вот такое вот, дали поспать мои мужчины, так что круто, и поедем, еще кое-кого не поздравили, поздравим и куда-то погулять поедем. А у нас тут салон красоты, да, Марго? Покажи, что у нас. Красота. Накрасили ногти, наклеили наклеечки, и я себе тоже. Можно мне сделать? Подожди, еще чуть посиди, пусть вот этот высохнут пальчики хорошо, ладно? И я себе тоже. Сидим и ждем, да, зайка? И маме? Нет, просто засниму, какие красивые получились. Зайчик и Мишка, это для Зои и для Марго. Тебе какой? Тебе зайчик? Угу. Сейчас мы их сфотографируем, да? Угу. И будем что делать? Есть! Есть, есть! Пойдем в гости. Еще не всех поздравил, Сержуня. Вот, сейчас Зоя возьмем пряник. Завезем. Потому что я все, как всегда, для своих. Все в последний момент. Рейн, это мой вятик. Дали! Что такое, сына? Я на ней. Сейчас куда? Сейчас дать тебе. Не, еще до Полины папа поздравил. Да ты что, правда? Пошлите тогда потихоньку в машину садиться. Ты что, свои же 500 рублей, которые тебе подарили, ты тем же подарить хочешь? Да. Потому что, мам, я уже в конвертик заглянула. Да. Да? Ну, одним глазком. Я тебе говорю, пойди в магазин и купи мне много... А
папа пошел всех поздравлять. А женщин. И я хочу кушать. А что он? Я Виталик нам дал. Это он Рексу дал, собаке дал, дяде Виталик, Рексу, чтоб мы... Да. Мы у родни. Родня тут пюре приготовила. Что ты еще приготовила, родня? Чизкейк. Главное блюдо этого дня – это чизкейк. Ну как, родня, удался? Ну, они же сверху еще кладут. Ну, я знаю, но или... еще такого не было. Ну, клубника еще не сезон. Это надо его делать, когда сезон клубники, да, мне кажется? Так, Григорий, тебе пюре, да? Вытянул половину. Зоечка нажимаю, проснулась и получила подарки. Тебе понравились не такие подарки, Зоя? Нет, я такого всю жизнь мечтала. Скажи тете Вере. Ну, не всю жизнь. Поцеловала тетя Вера. Мама только не дала. А что она не поцеловала ее? Иди, я тебя поцелую, иди. А это как? Тебе ничего не кажется, смотри. Ну, красавица. Так, Зоя Степановна, рассказывайте. Мандора есть еще. Короче, едим что-то непонятное. Или апельсин, или... Какая. Мама, а? Родня ну, меня уже обосрала, а вы? За что? Говорит, что я селедку солила. Вспомни, как 10 лет назад родня к нам селедку под шубой солила. Нет, подожди, ты опять вырвала вот кусок, прям как наш первый канал новости. Кусок вырвешь за 10 лет. Давай, давай начнем сначала. С чего пошел это? А зачем тебе в церковь, Антош? В церковь хочешь? Куда, в цирк? Ага, Зоечка, ты куда хочешь? Мама, я уже прошел на ресторан. На чердак. На чердак? Да. Сержуня, ты понял? Антоша хочет в церковь, Афоня хочет в цирк, а Зоя на чердак. Сочетание, да? Церковь и цирк особенно мне понравилось. Что вот так вот собирались, да, думали, поедем на Красную площадь, и сейчас мы с Колей в ней лежим, гуляем и понимаем, что... Ай, Красная площадь без нас отдыхает. А что сегодня? Завтра пойдете, тетя Люда завтра будет. А тетя Люда завтра работает? Да. Так что, может, тогда завтра еще раз соберемся. А у меня, знаешь, какой сегодня было ЧП? Я же собралась в платье с ромашками идти. Ну, сажусь в машину, а там же сзади разрез, и оно дальше треснуло. Я пошла переоделась, представляешь? А если бы оно было последнее? Вообще сюрприз, короче. Ромашки! А я же села и сижу, не отъезжают. Я говорю, подожди, возвращайся, у меня платье треснуло. А мне нечего одеть. Да. Ромашки. Так, дошёл, а не всё? Ромашки. Они, пошли. Афоня, попробуй. Так, это вот это как, косуля? Нет, козляка вот и красная. Да, можно я попробую? Пожалуйста. Так, мужчина, наливай. Так, ты куда? Мариновала я, если что, претензии все ко мне. Ты уже сказала, уже претензий не должно быть. Вер, ты пока мы будем ехать, там хлебушки, мы домой. Мы домой. А папа рады, ему наложили миску, покажи. Мое любимое! Блюдо? Да, как с укропчиком. Так скажите, что это собака. Пепе! Нет, это рядом. Мы приезжаем и доедаем. Да, за ними? Так, после дня рождения я еще и доделала пряники. Завтра повезу их, это будет топерный торт. Вот, мне очень нравится. Хотя поначалу мне всегда не нравится, но когда вот роспись, кисточка, то, по-моему, очень даже красиво получается.